Алло, алло, мои маленькие любители покушать. И мы продолжаем. В прошлой серии взрывов было мало. Но ничего, в этот раз мы вдоволь позабавимся над этим человечишкой. Первый, Леш. Да. Две кнопки осталось. 3 минуты. Детонейт синий. Нет. Одна батарейка. Нет. Красная. Удержание кнопки. Белый. Когда на таймере будет один, отпусти. Да, нет. Белая полоска уже. Страйк один есть у нас. Это что? Ну, типа, одна ошибка есть. Давай. Нажал теперь синий индикатор. Отпустите, когда любая цифра обратного таймера будет равна 4. Блять, это мой косяк сейчас был. Взорвались. Взорвались? Да. Почему не сработало? Синяя кнопка была написана detonate. Ааа, это моя ошибка. Я вообще не удивлен. Я думала, там синяя полоска, а не синяя кнопка. Дальше. Снова такие же. Давай с этими, со значками сначала. Они самые сложные, я как понял у тебя. А где, пожалуйста, босс? Давай быстрее. Давай еще. Ну? Звездочка белая. Ну? Вопросительный знак наоборот. Нашла. Сиська влево. Да. Воздушный шарик. Нашла. Воздушный шарик, сиська влево, звездочка и вопрос. Да, следующий модуль. Сиська вправо. Окей. Сиська вправо. Нашла. Давай. А подсвечник? Да. Зет с усиками. Стоп, зет с усиками. Ну, зет такая, змейка твоя и с усиками. Я поняла, я еще... И мягкий знак. Змейка с усиками. А, потеряла. Так, еще раз. Сиська вправо, подсвечник. Подсвечник. Я не могу найти сиську вправо с подсвечником. Это нормально? Да. Сиська вправо, подсвечник. Давай. Нашла, все. Давай. Зет с усиками. Да, поняла. И мягкий знак. Ну, мягкий, твердый знак. Да, поняла. Подсвечник, мягкий знак, сиська вправо и Z. Последний. Шесть проводов, красных два. Желтый есть? Нет. Желтый. Ага. Ага. Красные провода. Да. Есть? Два. Больше, чем один. Лишь четвертый. 3, 4, да? Неправильно. В смысле, еще раз. 6 проводов. Ага. Желтые провода есть. Нет. Красные провода есть? 2 их осталось. Надо резать четвертый. Неправильно. Желтых проводов нет. Нет. 6 проводов всего. Все, последняя цифра серийного номера нечетная? 3, нечетная. Режь 3, третий. Правильно. 3 провода. Нашла. Красные провода есть? Да. Последний провод белый? Нет. Режь второй. Нет. Ой. Мы завалились? Нет, еще одна ошибка. Последний провод белый? Нет. Синих проводов больше, чем один? Нет. Лишь последний. Да. Синяя кнопка написана детонате. Детонате. Синяя кнопка. Синяя кнопка напомню. На кнопке больше одной батарейки? Одна. Нет, две. Больше. Нажмите и резко отпустите кнопку. Да. Синяя кнопка написана детонейте. То же самое, короче. Мы победили. Больше одна. Да все. То же самое было. Мы победили. Ю-ху! То же самое. Просто система обошла систему. Ну, такая табличка, внизу циферки 4 и еще цифра посередине. Цифра посередине. Нашла память. Видимо, да. Запоминай все цифры и позиции, на которых это надо будет говорить. Готово? Горит цифра 2.
Две минуты. Нажмите кнопку на второй позиции. Нажал на второй позиции цифру 1. Загорелось 1. Нажмите кнопку со значением 4. 4 на четвертой позиции. Горит цифра 2. Нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на первом этапе. На первом этапе ты нажимал... 1. 1 горит. Это на четвертом этапе? Это сейчас четвертый этап. Цифра 1 горит. Одна минута. Ага. Нажмите кнопку на той же позиции, которую мы нажали на первом этапе. Еще раз. Еще раз. Нажал. Цифра 3. 50 секунд. Нажмите кнопку на четвертом этапе. Еще раз 1. Взорвались или что? Я не понял. 1. А, что? А, нет, все, мы взорвались. Фу. В смысле, фух? Провода мне не очень нравятся, потому что я не могу взорвать. Зеленый мигает, зеленый мигает, ошибок нет, зеленый мигает, ошибок нет, зеленый мигает. Серийный номер, гласный есть? В серийном номере, серийный номер, я не знаю где. VK3QN нет. Отлично, тогда. Какой говорит? Зеленый. Ошибки. Нет. Желтый. Ошибка. Мысли ошибка. В прямом смысле ошибка. Загорается какой? Зеленый загорался. Сейчас ожидаю ошибку. Еще раз, серийный номер. VK3QN7. Окей. Еще раз горит какой? Сейчас зеленый, одна ошибка. Синий. Ошибка. Как так? Еще раз, горит зеленый. Горит, да? мигает зеленый, да. Ошибки две сейчас. Да. Желтый. Аж взорвались. Лабиринт. Готово? Нет, да. Два кружочка. Да. Первый находится в 1-1. Да, нашла. Второй кружочек находится 1-4. 4. Да, нашла. Я нахожусь на третьем столбце, четвертая строка. Нашла, да. А треугольник находится в последней строке, в последней столбце. Право. 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 Вниз. Вниз. Нельзя вниз, два раза нажал, не два раза страйка. Классно ты придумала. Еще раз скажи, где ты? Я сейчас нахожусь. Предпоследний столбец, четвертая строка. Так что ты еще раз вправо-то не нажал? Так два раза вправо пошел. Надо значит, до этого ты сказал мне неправильно. Конечно. Еще раз вправо. Все, я уже пришел. Осциллограф. Кто? Ну, буковки, цифры. Цифры? Какие цифры? На табло написано 3, и там внизу 1, 2, 3, 4. Но мы уже проходили это. В смысле проходили? Я этого не помню. У нас было же это, я тебе говорю, что записывай. Я тебе 20 секунд потратил на объяснение, класс. Я ищу, подожди, нашла. Да, горит 3, две ошибки. Горит 3? Да. Нажмите кнопку на третьей позиции. Нажал 2, записывай. Горит 4. Ви? Еще раз нажми то же самое. 2 нажал. Да. Горит 3. Нажмите кнопку на третьей позиции. 4 нажал. Что появилось? 3 горит. Нажмите 2. На то, что на втором этапе было. Это 2. Взорвались. Так, у нас лабиринт. А расположение такое же. Расположение кружков такое же, как и было до этого. А ты стоишь. Помнишь, какие были кружки? В первом столбце 2 кружка, да? Да, помню. А я стою на первой строке. Строка первая на третьем столбце. Третий столбец, первая строка. Это так неудобно. Третий столбец, первая строка. Нашла. Третий столбец, первая строка. Мне нужно пойти на третий столбец, пятую строку. Угу. А ты не можешь через мины идти? Нет. А ну через и кружки, да, могу. Можешь? Да. Тогда сложная карта досталась. Вправо. Право. Давай еще раз убедимся, где ты стоишь.
Четвертый столбец, первая строка. Хорошо. Куда надо дойти? Пятый столбец. Третий столбец, пятая строка. Хорошо. Право. Еще раз справа? Да. Да. Право. Еще раз справа, да. Вниз. Вниз. Влево. 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 Вниз. Вниз. Влево. Влево. Вверх. Вверх. Влево. Еще раз вверх. Вверх. Да. Влево. Влево. Вниз. 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 Я тебя заблудила. Вверх. Вверх. Где ты стоишь? В первый столбец, вторая строка. Вверх. Вверх. Вправо. Вправо. Вниз. 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 Вправо. Вправо. Вверх. Вверх. Вправо. 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 Стой. Влево. Влево. Зачем прикол? Влево. Влево. Вниз. Вправо. Влево. Влево. Вверх. 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 Я туда же пришел, откуда я ушел? Я на том же месте, ровно где я был минуту назад. Две минуты, три минуты назад. Влево. Влево. Вниз. 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 Влево. 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 Все, блять, алло. Браво. Сложная, блять, пиздец, карта. Давай, осциллограф. Осталось полторы минуты. Карта была легкая. Где осциллограф, чё? Осциллограф, одна ошибка, горит цифра 2. Кнопка второй позиции. 2, горит 4. Кнопка та же, что на первом этапе. Ну, кнопка или позиция? Нажмите кнопку на той же позиции, позиции. Один нажимаю. Горит 3. Нажмите кнопку на третьей позиции. 4. Загорелось что? 2. Нажмите кнопку на первой позиции. 4. 2. Нажмите кнопку с тем же значением, которое мы нажали на втором этапе. На втором этапе мы нажали на ту же позицию, которая была на первом этапе. 1, то есть. Нет! 3-2 ошибки. Ошибка была до этого. 3 горит сейчас, 2 ошибки. Нажмите кнопку с тем же значением. Здесь значение. Ты говоришь позицию, а не значение. Мы взорвались.